есть какие-нибудь источники, реально существующие, где можно узнать о том, какому святому о чем молиться? Да проще всего, наверное, подойти к священнику и спросить у него, к батюшке, кому мне молиться в той или иной ситуации. Потому что как, где вы эти источники найдете, насколько они будут правильными, эти источники? В интернете, скорее всего, будут искать. А интернет, он настолько сейчас, так сказать, каверзен, что могут мешать язычество с православием, с экуменизмом, с какими-то различными ересями и сектами. И читает там человек в интернете, что кому молиться в том или ином случае, там же ему предлагается сонник, там же ему гороскоп предлагается, там же ему предлагаются какие-нибудь экстрасенсорные там, так сказать, поддержки. Поэтому лучше к священнику прийти и у него все спросить.